Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня сделала первый шаг по предотвращению фитофторы. Это я развешала вот свои бутыльки с йодом. Сейчас несколько слов расскажу о этом способе, потому что вот новички много вопросов. Сколько вешать, когда вешать, для чего вешать. Ну, во-первых, йод это хороший антисептик, дезинфицирует теплицу нашу, подавляет вот эти грибковые различные патогенные споры, но подавляет он только в ранней стадии этого заболевания. Если у вас будут томаты глубоко больные, йод не поможет. Поэтому вывешивать надо в самых ранних сроках. Как только закончили высадку и все работы, развешивайте бутыльки. Сколько развешивать, на какую теплицу, это даже не столько важно. Главное, чтобы йод там был всегда. Вот я сейчас развешала 7 бутыльков на теплицу 3 на 8, но он летучий и нужно следить, по мере испарения нужно или доливать, или новые бутыльки вешать. Так как он летучий, он вреден для человека, и вот в такой период, как у нас сейчас, когда холодно и сыро, все двери и окна закрыты, лучше в такой теплице, где йод уже развешен, бутыльки открыты, лучше не работать, потому что он для человека это испарение вредно. Но если вы хотите что-то еще здесь сделать, вот так можно повешать и пока не открывать. Откроете, когда все закончите. Конечно, у этого метода есть и плюсы, и минусы. Вот плюс — это экономно и эффективно, по отзывам огородников очень помогает. Минус, конечно, то, что вот он немножко вреден для человека. И сильно при закрытых дверях работать здесь нельзя. Все. Йод повесили. Это первый шаг по предотвращению фитофторы.